окончанием конкурсных прослушиваний и приступаем к торжественной церемонии награждения дипломатов и лауреатов третьего Московского открытого конкурса фестиваля имени заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Николаевича Должикова. Прежде чем я представлю вам еще раз членов нашего уважаемого жюри, хотелось бы поблагодарить партнеров нашего конкурса фестиваля. Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова. Фонд развития культуры «Возвращение». Компания «Авалон». А также интернет-магазин музыкальных инструментов «Рената Безотова». Также хотелось бы выразить благодарность составу оргкомитета, председателю оргкомитета Должикова Элла Олеговна. Российской Федерации, директор детской школы искусств имени Карла Себастьяна Баха Илларионов Сергей Александрович. Заместитель директора Штейнгауэр Арнольд Леопольдович. Руководитель концертных программ конкурса фестиваля, связь со спонсорами Шамин Геннадий Николаевич. Медиаподдержка Чикин Михаил Евгеньевич. Представляю ваше внимание членов жюри. Председатель жюри Петров Евгений Александрович. Профессор Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Лауреаты международных конкурсов, преподаватели Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, солистка симфонического оркестра Москвы и Русская филармония под управлением Дмитрия Юровского, Должикова Элла Олеговна. Заведующий отделом духовых ударных инструментов детской школы искусств имени Иоганна Себастьяна Баха Исаев Владимир Борисович. Директора Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных Шамин Геннадий Николаевич. Конкурсов, руководитель отдела духовых и ударных инструментов Московского государственного колледжа имени Гнесиных Друдин Леонид Борисович. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, преподаватель Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского Барков Валерий Михайлович. Итак, приступаем непосредственно к награждению участников конкурса на сцену. Вызываются обладатели грамот группы А. Бетис Василий, кларнет, город Москва. Кобызев Антон, ударные инструменты, город Москва. Плеханов Глеб, флейта, город Москва. Тен Алевтина, флейта, город Чебоксары. Подняться на сцену и получить свои грамоты. Если нет, продолжим. На сцену вызываю дипломантов конкурса группа А. Ашихмина Анна, флейта, город Москва. Борзунова Софья,
флейта город Москва. Будет играть на флейта город Москва. Вот это была первая участница. Гобой, город Москва. Гимакова Настасья, флейта, город Москва. Дьяконов Егор, флейта, Московская область. Флейта, город Саратов. Юлия, флейта, город Москва. Варвара, флейта, город Тольятти. Королева Вероника, флейта, город Москва. Кротова Елена, флейта, город Тольятти. Объявляю лауреатов третьей степени. Группа А. Богданова Елизавета, флейта, город Краснодар. Воронежская Жанна, кларнет, город Москва. Ерошкин Глеб, кларнет, город Москва. Краснякова Яна, блок флейта, город Москва. Без подарков никто не уходит со сцены. Летникова Валерия, блок флейта, город Череповец. Ткачева Анастасия, флейта, Московская область. Тамарадзе Мария, флейта, Пикова, город Москва. Ищепотева Ольга, блок флейта,
Московской области. Алексей Андрей, поход, город Москва.
регулярные сборы Москва. Елисеев Руслан, Жернаков Артур, Зубков Евсений, Красикова Виктория, Кузьмин Алексей, Пашков Юрий, Рулев Кирилл, Харитонова Анна. Есть кто-то? Значит, переходим к дипломатам.